В конце октября в стране ежегодно вспоминают жертв политических репрессий. Тех, кто был в ссылках, лагерях, тюремных застенках. Белгородцы, как всегда, возложили цветы к мемориалу в парке Гагарина. Многие судьбы были исковерканы. Это судьбы тех, кто был незаконно репрессирован, кто был сослан со своих мест, кто потерял своих родителей. И, наверное, самое главное, что у государства в 90-е годы нашлось мужество об этой истории не просто вспомнить и заговорить открыто, но и сохранить эту историю для будущих поколений. В регионе работает общественная организация объединения инвалидов и пенсионеров, жертв политических репрессий. Людмила Клавкина вступила в нее в 91-м. Вот уже 30 лет женщина помогает землякам, пострадавшим в советское время. Их было побольше, сейчас, конечно, мало, но все равно тем, которые лежачие, больные, ходим, посещаем. Потом мы с молодежью проводим мероприятия, просвещаем детей именно, чтобы они знали, что были репрессии такие, что как они проходили. Как отметила председатель, организация выпустила 10-томник памяти жертв репрессий. Книги сейчас презентуют в школах, колледжах и вузах области.